Эта песня посвящена тому, вещи неприятные, но они были. У нас не было праздника 15 февраля сначала. Просто 9 мая афганцы, война еще шла, выходили и вставали, одевали ордена, у кого были формы, и вставали в колонны ветеранов войны. Это было. И ветераны их выкидывали из колонны. Что это такое у вас за война? Вот у нас война, а вы идите отсюда. До драки доходило в Измайловском лесу, вот здесь вот. Ну, молодежь не будет с ветеранами войны, с отцами, дедами своей драться просто их. Так вот, я по этому поводу много был по Москве таких случаев, когда я был координатором у Лагунова, знаете, Московское объединение организации войны в Афганистане. Все ездил по этому, смотрел, что происходит. Поэтому вот эта песня написана именно про это. Потому что есть война, любая война. И не по нашей воле мы друг друга не убиваем. И народ друг друга тем более. Есть приказы, его надо выполнять тоже. Поэтому любой солдат, невольник и заложник приказа и присяги, которые нарушать нельзя. Что не говори, а мы с тобой, товарищ, пороху понюхали тогда. Сквозь огонь боев и дым пожарищ нас вела заветная звезда. Что не говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что не говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что не говори, а мы умеем верить в дружбу, закаленную в огне. И без слез оплакивать потери, что же на войне, как на войне. Что не говори, а мы сильны, как прежде, верностью и честью фронтовой. Верностью дороги и надежде, честью перед памятью святой. Что не говори, а мы верны, как прежде, верностью и честью фронтовой. Верностью дороги и надежде, честью перед памятью святой. Что не говори, а мы с тобой, товарищ, пороху понюхали тогда. Сквозь огонь боев и дым пожар нас вела заветная звезда. Что не говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что не говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена.